Наш фильм о том, как трое путешественников из России, Матвей Шпаро, Игорь Кузнецов и Борис Смолин, за 43 дня пересекли на лыжах Гренландию. Поскольку один из них инвалид и в обычной жизни для передвижения использует инвалидное кресло, то экспедиция представляется абсолютно выдающимся полярным предприятием. Впервые в истории Гренландию пересек человек, который не может ходить. Идея этого путешествия принадлежит руководителю экспедиции Матвею Шпаро. Первая запись в моем дневнике помечена 12 апреля. В 15 часов 30 минут начали движение. Еще утром решили: 50 минут идем и 10 отдыхаем. На практике получается по-другому. Сани весом 150 килограммов тащить без остановок 50 минут очень трудно. Поэтому короткие передышки мы делаем через каждые 5 минут. За 3,5 часа продвинулись не более чем на 3 километра. Следующий день должен быть таким же, как все 50 дней в Гренландии. Хотя неизвестно, будет ли их 50. Тринадцатое апреля. Дует сильный ветер. Проснулись в 5:15 и через 2,5 часа были в пути. Нормально двигались только 1,5 часа, но все-таки прошли пару километров. Ветер крепчает. Во время новых попыток борьбы с ветром КПД движения близок к нулю, поэтому остановились. В течение 2 часов ставили ветрозащитную стенку. Первую, которую удалось построить, снесло. Петерак – страшный ветер, несущийся с купола. Еще в Москве, читая записи людей, пересекших Гренландию, я понял, что если взять с собой много продуктов, много хорошего снаряжения, то, скорее всего, дело будет в шляпе. Мы составили график движения. Первые 5 дней идем по 5-7 километров в день. Потом 10-12. Потом 15-18. Таким образом, за 50 дней мы должны были пройти 600 километров. За первую пятидневку все переболели, но это элементарная адаптация. Попасть в команду хотели многие, мы никому не отказывали. Мы говорили: приходите на тренировки, а там посмотрим. Только Борису Смолину удалось с нуля влиться в коллектив. Ему 39 лет, женат, у него 2 сына, 6 и 12 лет. Гренландия – это огромный аккумулятор холода, и несколько дней на маршруте были ужасно холодными. Утром невозможно было отогреть ни руки, ни ноги. Минимальная температура на маршруте, который мы зафиксировали, равна минус 35 градусам Цельсия. Парашюты мы начали использовать, когда ушло стартовое напряжение. Через пару недель после старта ветры задули попутные или почти попутные. Надо было выбирать. Либо пережидать непогоду, либо ехать за куполами, рискуя из-за плохой видимости потеряться или сломать шею при падении. При очередном падении мой парашют вывернуло наизнанку, а возвращение его в рабочее состояние требует много времени. Пока я этим занимался, Борис и Игорь исчезли в метели. В момент, когда я упал, они прошелестели мимо меня в 5 сантиметрах. Сначала я ничего не понял, я тут упал, ладно, думаю, нарты где-то сзади. Потом смотрю, они так мимо ухнули. А маленькие? И развернули меня, и дальше я вижу такую картину. Маленькие сани уткнулись, ударились о большие, и вдалеке ты сидишь. И не могу понять, почему у тебя ноги немножко так приплыли. В
В общей сложности под парусом мы прошли 160-170 километров. Мне было страшно за ребят. Меньше за Игоря и больше за Бориса. На первый взгляд это странно, но объясню. Все инвалиды умеют падать. В процессе реабилитации первое, чему их учат, правильно падать. Был момент, когда лыжи снаряда Игоря вонзились в заступ. От неожиданного толчка я упал, а купол продолжал меня тянуть с большой скоростью. 23 мая. Вышли на ледник, который спускается на землю. Он странный и не похож ни на один горный. Трещин, к которым мы привыкли, в горах нет. Есть огромные разломы, засыпанные снегом. Иногда, чтобы преодолеть такой разлом, надо сначала подняться на 20 метров вверх, а потом спуститься. В таких местах легко потерять равновесие и упасть. Через каждые 5-10 километров теплело. Снег прилипал к лыжам. Что делать? Тащиться с подлипом и тратить на это огромные силы или идти в постоянно мокрых ботинках? Выбрали третий вариант. Идти на лыжах ночью. И дней за 5 до финиша перешли на ночной режим. Гренландия меня потрясла, и все, что я там видел, останется жить во мне. Я буду очень долго вспоминать об этом путешествии. Я с удовольствием пошел бы в Гренландию еще раз –